Здравствуйте, вы смотрите телеканал «Ля Минор». Меня зовут Ксения Стриж. В эфире программа «К нам приехал». В гостях у меня сегодня группа «Рождество». А может, нам найти слова, поговорить с тобой за это. Как ни крути, а жизнь права, мы оба ищем наше лето. Куда бегут твои дороги, об этом знает только Бог. У нас у всех свои заботы, и как всегда полно тревог. Бабье лето, бабье лето, забери меня с собой. Бабье лето, я тебе ведь не чужой. Бабье лето, я ищу твои глаза. Бабье лето, я один и ты одна. Отыскать бы бабье лето, утонуть в его тепле, ведь оно скучает где-то. Вот узнать бы это, где гуляет наше лето, где мы вместе до утра, где мы говорим за это, если нас любовь нашла. Бабье лето, бабье лето, забери с тобой. Бабье лето, я тебе ведь не чужой. Бабье лето, я ищу твои глаза. Бабье лето, я один и ты одна. Понимая, что мешает делать шаг, мы себя в ночи терзаем. День прошел, все не так. Эти ночи нас сжигают, унося покой наш прочь. Я твой номер на Рождество сегодня в программе «К нам приехал». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, разговаривающий только солист, насколько я знаю, тебя зовут Гена. Это точно. Мы решили на «ты». Привет. Привет. Представь, пожалуйста, своих прекрасных музыкантов. Так, ну, начнем с этой стороны.
Андрей... как неожиданно. Обычно по часовой, а ты против. Ты не левша Андрей... случайно? Андрей, да, это... Андрей Насыров, басист, звукорежиссер, наш аранжировщик. Значит, это на барабанах у нас Паша. А почему так нервный смех? Вот, значит, саксофон, да, пошел. Саксофон, ритм-гитара Виктор Бояринцев и клавиши. До тебя очень тоже дошла мой друг Женя. Рекламу давать не буду. Ну да, 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 да. Вот, а вместе мы группа «Рождество». «Рождество». «Рождество», почему «Рождество»? Ну, все началось 2 года назад. Вот, значит, мы с моим другом Андреем сидели в студии, я пел под гитару, он говорит: слушай, твое безобразие, давайте, говорит, примем участие, позовем каких-то музыкантов, и все это немножко оквадратим, окультурим. Это было как раз 6 января. И мы так по рукам с ним... Ну, давай. Редкие музыканты 6 января могут собраться и что-то сыграть. Да. И вот тут так появилась группа «Рождество», и плюс мы еще к этому добавляем как бы рождение всего нового, да? Рождение любви, бабочек, детей. Вообще все хорошего, позитивного. Любви, вот. Бабочек, детей. И плюс такой вот праздник. Интересный ход такой мысли. Вы знаете, я вам могу сказать, что вы такие нарядные. У меня такое ощущение, что вы заправляете каким-то очень маленьким, но гордым, недалеко от Москвы, стоящим городком. Да, был мэром, да. Нет, ну вы просто... Нет, мы к вам просто в студию Нет, ехали, но просто Ксюша. Я вижу, так сказать, да. Ну они говорят, ты у нас, это, как называется? Фронт. Так фронт, откуда да. же вы? Че за городок? Мы из Дедовска. Вот, я же говорю, рядом стоящие. В Дедовске я в детстве... Мы снимали дачу, точнее, мои родители. Есть, да. И там был такой пруд, я не знаю, есть он сейчас? Там много прудов, но... Нет, а такой пруд, я никогда не знаю, там была тарзанка, и все, значит, прыгали с этой тарзанки вот туда, в этот пруд. И один мальчик, он мне очень нравился. По-моему, Миша его звали. Он прыгнул и не выпрыгнул. Грустная история. Грустная. Мы сразу съехали в Мутовки. Да, Абрамцевский район. Да, Абрамцевский район. Хорошо, мы будем знакомиться далее. Естественно, представляя ваши, так сказать, песни. «Бабье лето» — это то, что сегодня я утром посмотрела. Гидрометцентр обещал, что это все уже закончится, но мне кажется, что есть у нас еще и октябрьское «Бабье лето», и ноябрьское, и декабрьское, и даже в январе, если сильно захочется, тоже оно наступит. Это вообще все песни из какого-то альбома? Да, это наш первый альбом, но сегодня мы еще покажем 2 новых песни. В альбоме их нету. Угу. Альбом всего 1. Но мы только начали. Мы... Сколько группе? В группе, ну, 1.5 года. Альбом мы сделали меньше, чем за год. Вот, поэтому как бы мы долго раскачивались, летом отдыхали, вот все, вот так вот, разгильдяи немножко. Да. Ой, это классно, это видно. Ага. «Игла» называется следующая песня. Нот перевели. И перевели еще, да? Да. Иголка с ушком, с очень острым концом. Жаль, без нити она ни жива, ни мертва. Ты иголку возьми, свою нить протяни, и увидишь сама, как блеснет вдруг игла. Как она запоет, как себе ты зашьет, дружит нитка с иглой, вот бы нам так с тобой. Раскрои мне поля, раскрои мне моря, день и ночь раскрои, там, где я, там, где ты. С тобою сошьем вечер с летним дождем, из кусочков любви, там, где я, там, где ты. Мы под небом лежим,
под нами весь мир. Мы на небо глядим, но из разных квартир. Над тобою горят и с тобой говорят две звезды о любви, где бы ни были мы, наметая адрес свой, высший дом под луной. Свой, где ты, где я, где сегодня тиска. А раскрои мне поля, а раскрои мне моря, день и ночь раскрои, там, где я, там, где ты. Мы с тобою сошьем вечер с летним дождем из кусочков любви, там, где я, там, где ты. Геннадий, да. Есть полное ощущение, что вы родились на сцене. Вы просто вот... я сразу даже на «вы» перешла, потому что после этой песни почувствовала в себе какое-то неистовое уважение. Ну хорошо, спасибо. Мы договорились вроде как на «ты». Хорошо, да, будем да, на нет, «ты». Да-да, благодаря всей группе. Ну да, но вы, да, типа все. Ага. Да. Вот. Такое ощущение, что просто вот... Вот сцена была всегда, с детского сада. А почему всего у группы полтора года? Что делал до этого, я вот про то? Жил. Ну, это понятно. Ну, занимались какими-то различными делами. Как, какими? Ну, знаете, как бывает, что да? За дела там в дедовске? Ну, музыка вроде, да, и вот это хобби, да. И ты всю жизнь пытаешься работать, зарабатывать, учиться, как, да, воспитывать детей. А где учился? Ну, давай, давай, интересно же познакомиться. Ну, что, откуда, вот, а потом чего? Начинаешь понимать, что вот это не все... не надо уходить от ответа, ну, не надо. Не надо. Где учился? В детской средней школе. Так, прекрасно. Номер один. А там всего один-два. Да, потом служба на флоте. Как я уважаю мужчин, которые на флоте. 3 года? Да. Да, 3 года на Северном флоте. Якорь точил? Ну, поначалу же там точат же, чтобы лучше входил в воду. В Атрелидию искал, но якорь не точил. Северный флот? Северный флот, да. Это Мурманск? Североморск. Ага. Вот. Потом пришел, потом институт поступал. Какой? Ну, как,
Ой, не поверишь, сейчас скажу. Заочный институт пищевой промышленности, холодильное отделение, да, на Таганке. Поступил, значит, два курса отучился, потом сижу и думаю, что ты место занимаю, по-моему. Потому что в холодильном оборудовании, ну, одно слово «аммиак» мне раздражает. Понял, что это вообще не то. А я до сих пор люблю свежую пингвинину. Вот. Оттуда все пошло. Да. Холодильное отделение. А вот кто так посоветовал туда поступить? Нет, а мы с другом, с кем мы отслужили, пришли с флота, да, и говорю, слушай, ну не знаю, куда. С Северного флота и сразу в холодильное отделение. Да, мы ко мне домой приехали и привычка. Открыли. По тем временам, помнишь, такой учебник был, 85-й год был, да, все вузы, значит, Москвы, да. И говорю, давай сделаем так, сейчас открываем, да. Ты закрываешь глаза, я вот так вот листаю его, да. Ничего себе. И ты пальцем куда ткнешь, туда пойдем. То есть не было цели в жизни? Вообще, да. Вот так, молодые ребята, 21 год, еще молодые. Бам! Опа, холодильный институт. Ну, пойдем туда. Вот. В общем, вот так вот. Потом бросили оттуда, потом... А, в принципе, вот человек, который выходит из холодильного вот этого института, он вообще... Че он... Не, ну по тем-то временам это нет, рестораны, это может? Магазины, это все. Ну как, он начальник холодильника, что ли? Или что он? Или инженер. Водитель рефрижератора? Нет, инженер. Почему? Инженер по холодильным установкам. А там, может быть, на фрижератор, в море пойти, опять... Романтизм. А, понятно, да. Ну, все это не пригодилось, да. И потом долгий путь, как у всех, наверное, музыкантов. Ну, не у всех, да, а такие, да. Там, я и в такси работал. Долгий путь, как у всех музыкантов. Я работал в такси. Но я с песней не расставался, да. То есть я играл под гитару, там, ну, везде, на всех вечеринках меня знали, в моих кругах. Бывало, везу кого-то на такси. Да, в такси приход работал. Людям прямо, кто меня видит сейчас, многие могут подтвердить. Сижу им там, рэп читаю какой-нибудь. Вот, а потом как бы так вот все сложилось, да, где-то в 2000 году песню написал одной своей знакомой. Кстати, все, что мы сегодня слушаем, это все твое или это у тебя есть поэт-композитор? Слова и мелодии мои, а все остальное группа могла сделать. А, то есть ты еще и пишешь сам. Да, стихи, это все мои стихи, да, вот, и мелодии, которые там где-то я все налобал, пришел. А более взрослые ребята, более, которые с музыкальным образованием, такие, сейчас мы это все оквадратим, окультурим. И вот так вот рождались все наши песни. А почему полтора года назад? Кто подсказал, что надо вообще-то сделать эту группу? Вообще, кто подсказал, что надо этим заняться профессионально? В 2000 году я написал одну песню своей знакомой, подарил, да? Ну, просто видел такой сюжет по жизни, да? Ну, как всегда в этой жизни бывает, любовный треугольник, муж, жена, там, пятое-десятое, она влюбила своего сотрудника, и я написал песню, да, вот по тем временам. Так всегда бывает. Ну, часто. Вот, и как бы первый опыт был, мы делали с моим другом, который меня познакомил потом с Андреем, Макс, привет, вот, он делал на компьютере музыку, а голос мы писали у Андрея в студии, и, в общем, вот на этой почве мы потом с ним сели, что-то взяли, посидели, подумали, вот, и вот так пошло и поехало, он говорит, у тебя есть песня, я говорю, да, есть, вот, и мы показали, и вот. Все, потом пришел Виктор, еще более взрослый товарищ, вот еще более все окультурил. Ну да, мы к музыкантам вернемся чуть позже, сразу после следующей песни, которая называется «Твои глаза». Но коль ты автор-исполнитель, то, конечно, все, что ты считаешь нужным нам знать о той или иной песне, ну, может быть, с чем-то связано, таким волшебным, какое-то там написание песни, ну, помимо любовного треугольника с сотрудником. Ну да. Вот, может быть, что-то такое. В основном все о жизни, как бы, да. Но я пишу, ну, как бы, большинство песен, конечно, это о любви. Об отношениях мужчины и женщины, они вечные, да. Конечно, есть и другие песни там, но они там, их здесь сегодня нет, да. Вот, как бы, немножко бытовое, социальное, да, о политике что-то. Ну, мы думаем, надо петь песни о любви, это вечно, да. Вот, потому что пускай другие поют там, ребята, за что-то другое. А как звучит твоя фамилия? Что? Фамилия, как твоя звучит? Моя фамилия звучит Селезнев Геннадий. Это в одно слово? Селезнев, видимо, Геннадий, мы знаем это имя. Да. А вот странно, да, просто группа Рождества. Мог бы сказать там Селезнев Геннадий и группа Рождества. А почему-то ведь все-таки автор-исполнитель, да? Нет, зачем? Как бы, это коллектив, да, без коллектива ты ничто, да, поэтому зачем я буду себя ходить выделять, да? Кто знает, тот знает. А так мы группа Рождества. Твои глаза. Геннадий Селезнев, группа Рождества.
ребенок и не взрослая, ты ангел непонятных лет. Выходишь ночью ко мне босая и шепчешь на ух привет. Твой голосок, как ручеек, играет в сердце песню лета. Твои глаза, как образа, всю ночь спасаем до рассвета. Скажи, откуда ты пришла, с какой планеты прилетела, кто отпустил тебя сюда? Большой респект ему за это. Твой голосок, как ручеек, играет в сердце песню лета. Твои глаза, как образа, всю ночь спасай до рассвета. Я строю замок из песка, ты говоришь, что это то рядом с ним течет река, которой тонем мы вдвоем. Спасибо солнцу и тебе, что оба светите вы мне. Спасибо звездам и луне, что нас венчали по весне. Поднебесья, катясь дождинкой по щеке, и льется наша песня твоей рукой, моей руке. Твой голосок, как ручеек, играет в сердце песню лета. Твои глаза, как образа, всю ночь спасай до рассвета. Ну, голосина-то, а? Не сглазь. Вот это вот все. Вот. Но я имею в виду, что была какая-то музыкальная школа, детский хор, хор мальчиков, какие-то частные уроки, или это холодильная установка, когда вот там запирают, и там «Помогите!» И идет, конечно, это уже по жизни. Нет, я не учился, правда, нигде, никакой музыкальной школе. Так получилось. Меня дала мама свое время на баяне. Мне было лет 9 учиться. Я помню, пришел в городе Дедовский керамический завод, там была студия. В общем, я что-то ходил, учился на баяне, но потом девчонка вышла, подъезд, развернул механи, такие, вау! Я такой, ну все, и пошел на Голубяне к пацанам учить гитару изучать. А, вот. То есть и... на гитару больше девки... Да, по тем временам это было более круто. Вот.
Ну и как бы вот так, где что подсмотрел, где что какого кордик увидел. Ну вот. Так, в принципе, вот что дано, то дано, никаких вот это вот, а вдруг сорву голос. Это что ж такие механические истории? Ну, конечно, да, мы с этим... Ничего, никаких уроков. Не, у нас были проблемы, да, вот, когда мы начинали, да, как бы, тоже с голосом была очень сильная проблема, да. Ну, надо молиться, надо идти к своей цели, надеюсь, да. Очень сильно переживаем даже сейчас. Очень много талантливых людей на Руси. И большая проблема собрать вокруг себя действительно какую-то команду достойных людей, в данном случае музыкантов, да? Вот. Как тебе это удалось? Это все из Дедовска? Макс меня предупреждал, Ксюша. По руке из Дедовска? Или пришлось пойти по Руси? Да, когда мы делали компьютерную музыку с ним вдвоем, да, его маленькие дети у меня на коленках прыгают, он там звуки, нотки ищем, да. Много детей? У него было двое, да. Вот. И потом, когда вот я говорю, слушай, наверное, надо все-таки собирать коллектив, да. Гена, это будут проблемы. Потому что почему это живые люди. Почему он так разговаривал? Да, говорит, у каждого свои, говорит, там, дети, семья, жены, чтобы на репетиции они приезжали. Да. На самом деле, вроде как бы все, и так оно и есть, да. Но я считаю, что Господь просто услышал мои слова, мою молитву, да. И, ну, как будто меня окружили нормальные люди, да, которые... Ну, как прямо-то взяли и окружили? Нет, ну как это? Ну, не окружили. Что, партизаны, что ли, в белорусских лесах взяли и окружили? Нет, ну я имею в виду свое окружение, которое произошло. Прямо такой сидишь, молишься, и вдруг тебя окружают. Нет, нет. Здрасте, все было гораздо проще. Сначала... Андрей, потом пришел, у нас был экс-барабанщик тоже, Отряскин Андрей, очень замечательный человек, сейчас он работает у Куклачева, да, там барабанит с кошками, да, вот. Но дело не в этом. Потом пришел Виктор, да, и вот так мы друг за дружку, как вот репейники такие, цеплялись, и вот у нас получилась такая вот цепочка, да. Вот, но в принципе, вот ты по-буддистски сидел у реки и ждал, пока проплывет гитарист какой-нибудь или саксофонист. Нет, все само собой. Мимо тебя. Либо ты бегал... Вот художественный руководитель, к нему все вопросы. Из Дедовска, да, в Павлов Посад, из Павлов Посада, там, в Люберцы, из Люберец, там, в Зеленоград, ну, где у нас там Видное, там, я не знаю, наши города-спутники-то вот эти прекрасные. Нет, у нас вот Андрей, он, да, вот так вот, прям художественный руководитель. Вот, он у нас как бы за звук отвечает, вот за все. Поэтому, да, у него сегодня нет микрофона. Да, и он как бы вот музыкант, и это вот вообще, ему так, ну, говорю, я пишу, я сочиняю, если мы, конечно, будем заниматься еще вот этими, потом как-то разделение такое пошло, да, и стало легче, да. То есть первое время мы как бы все сами, да, все тащим, вот. А потом как-то вот раз, они сами, ребят, все взрослые, сами все понимают, для чего мы делаем. Вот, Гена, вот ты ребенок все-таки. Да, по-любому. Абсолютно, потому что вот эти парни, которые ничем, в общем-то, не отличаются от тебя по возрасту, а тот-то, по-моему, и моложе лет на 20. Ты говоришь, взрослые ребята. Ну, такой ребенок, с тобой легко. Тебе погремуху, и нормально, и вперед. Ну, слушай, ну заводишь, реально заводишь. Вот так называется следующая песня, но перед ней мы послушаем, нам дозвонились. Может быть, кто-то из Дедовска. Здравствуйте. Алло. Ау. Добрый день. Добрый вечер. Ах, вечер, да, извините. Ой, вы счастливый человек. Гена. Да, здравствуйте. Это друг твой, одноклассник. Фамилия? Евгений Притов. О, Женя! Да, здорово, дорогой. Я очень удивлен, увидев тебя. Спасибо. Вот, я очень рад, что у тебя такие изменения в жизни. Звезда. Ну, Женька, спасибо огромное. Спасибо, да, брат. Всему очень, классу. Очень интересно и приятно тебя слушать. Спасибо. И расскажи, как его зовут? Это Евгений Притов. А, Евгений, и расскажите, да, пожалуйста, всем девкам, которые ему отказали в школе, что сейчас пусть они... Вот таких было мало. Красавец. Но вот этому меньшинству скажите, что, между прочим, пусть настроится и посмотрит, что вообще-то, а могли бы сейчас быть алло-лё. Хо-хо-хо. Обязательно передам. Только я уже в Дедовске давно не живу. Да, мы редко видимся, но скоро у нас будет встреча. Приезжал, я видел Надьку Шелепенку, да, они говорят, давай все вместе соберемся. Можно сказать, да? Да, конечно. Про Надьку? Он понял, про кого я говорю. Жень, спасибо огромное. Спасибо за звонок. Следующая песня «Вот так», как я уже говорила, «Вот так». Группа «Рождество». Глаза
этой жизни нас не раз. Кого выше, кого ниже, и я для каждого свой час. Только как бы ни кружило, не залить душе огонь. Позабудь, как лихо было, и давай со мной споем. Вот так! Тики-тики-так, мои друзья, тики-тики-так, моя родня, тики-тики-так, вам от меня, тики-тики-так, любовь моя. Где-то что-то не сбылось, веру в Бога не теряй. Видишь, вроде все срослось, кто помог, не забывай. Разорви рубашки ворот, воздух в клетку загони. Вспомни всех, кто в жизни дорог, и за них молись в ночи. Вот так! Тики-тики-так, мои друзья, тики-тики-так, моя родня, тики-тики-так, вам от меня, тики-тики-так, любовь моя. Если даже ты лишенец, будет и твоя заря, прилетит с небес младенец, чтоб в небес закрыть тебя. Знаков много по дороге, но так важен старый след. Он все знает о пороге, где ты не был столько лет. Вот так! Тики-тики-так, мои друзья, тики-тики-так, моя родня, тики-тики-так, вам от меня, тики-тики-так, любовь моя. Тики-тики-так, мои друзья, тики-тики-так, моя родня, тики-тики-так, вам ты меня, тики-тики-так, любовь моя, вот так! Ген. Да. Ну а где работаешь ты вообще? Нигде. Ну сейчас как можно работать? Ну как, в студии работать? Не, ну а как ведь, на студию же нужны деньги, пам-пам-пам-пам. Ну, мы за дело-то делали, я в то время такси работал, когда все начиналось, да? Как нет, вот. Ну это же полтора года назад. Ну вот ну, а полтора года назад, да. Сейчас вот просто, тем более молодая группа, надо обязательно где-то зарабатывать, чтобы вкладывать в... Я хочу, чтобы моя группа зарабатывала того, что мы творим. А если мы будем где-то сейчас на стороне зарабатывать, значит, творчество так и останется. Лучше быть голодным до тех пор, чтобы стараться, ну, чтобы тебя увидели, услышали. Ну, не знаю, как это сделать. То есть мы стараемся. Помогите, Гена голодает. Кожа до кости. Здравствуйте. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Да. Здрасте. Ксюшенька, ай. Я очень хочу поздравить на вашей передаче исполнителя Геннадия. С чем? Ну, с тем, что, вот знаете, вот он у вас здесь выступает. А, с премьеры его. Да, я хочу представиться, я звоню с Урала. Я случайно, я люблю передачу «Ля минор», всех гостей всегда прослушиваю. И вот вы знаете, это одаренный человек. Я просто случайно включила вот именно в этот момент. И Геннадий исполнял песню, вот предыдущую «Твой голосок, как ручеек». Это припев. И вы знаете, это нужно быть таким талантом, чтобы вот я когда услышала, что он сам сочиняет, и знаете, вот я хочу выразить большую благодарность вот этим ребятам, что есть такие таланты, что есть такие люди, вот как художественный руководитель и вот сам исполнитель и, так бы сказать, который все это сочиняет и пишет, композитор или как там, поэт его все вместе назвать. Вы знаете, ребят, я вас приветствую, вам желаю, знаете, чтобы у вас было денег, знаете, как бы понемножку, но в каждом кармане.
И чтобы всегда вам ваши таланты, ваши песни, ваши дары людям приносили успех, чтобы было всего у вас вдоволь, любовь, деньги, счастье. И вы были, ну, как бы сказать, ну, дарили всегда вот эти вот красивые песни, красивые слова. Ребят, это с Урала был звонок. Значит, я живу в Магнитогорске, в Челябинской области. Ой, а как я люблю этот город. Даче, на даче в Башкортостане. Город Белорецк. Представляете, откуда? Это вообще глубинка провинции. Вот. Ну, в общем, Геннадий, спасибо огромное. Вам огромное спасибо, что вы есть, что вы вот такие красивые пишете песни, и ваш прекрасный коллектив, ваши все хорошие ребята. Ксюшенька, и вам большой привет, и огромное спасибо за вашу передачу. Привет, магнитки! Да. Спасибо большое. Да, здравствует хоккей. Очень приятно. Спасибо большое. Нет, это действительно так. Я не знаю. И на самом деле вот здесь, Ген, я могу сказать, вот абсолютно нас сейчас никто не видит и не слышит, кроме глубинки. Да нет, ну я шучу, конечно. Нет. Я могу сказать тебе вот совершенно по секрету, что у тебя есть все возможности обмануть людей. Потому что ты обладаешь вот этой историей, ты заводишь, как сказал оператор, вот, я это называю харизматичностью, вот, действительно, вот как-то, вот вроде вот так вот на улице бы встретила, может быть, даже ускорила бы шаг. Вот. Если смеркалось бы, да, сзади шаги-то были вот этими лаковыми башмачками-то, я, может быть, так и подумала, опа, побыстрее, Ксенечка, давай побыстрее. Вот. Действительно харизматично. И в принципе, по большому счету, конечно, не Вивальди, да? Нет, конечно. Нет. И даже не Шатунов. И даже нет, вообще. Вот. Но что-то среднее. А вот на чем, на ком воспитывался, что нравилось, кому хотел подражать, об этом мы поговорим сразу после следующей песни. Но вот харизматичность, на тебя хочется смотреть, и вообще ты такой какой-то, в общем, молодость, я так называется. Ко всей группе. Ну, ничего. Надо привыкать. Надо привыкать, особенно худруку, потому что он без микрофона, но он же настоящий. Молодость. Под гитары песни петь. Было море по колено. Возвращались утром в шесть. Нас ругали, мы крепчали, обещали не чудить. И на утро маме клялись, что мы бросили курить. И кому чего досталось, каждый сам скрывал конверт. Мы по-своему старались взять себе входной билет. Нас по юности зеленой всех кидало вверх и вниз. И не жизни беззаботной мы повзрослой понеслись. Ты как времени замок, и захочешь, не взломаешь, чтоб взглянуть еще разок. Молодость, ты как времени замок, и захочешь, не взломаешь, то прожить еще разок. Разбросала нас по жизни, и у нас свои дела. Разметала словно листья, и летим мы кто куда. Мы не видимся годами, а кого-то вовсе нет. И только память времени в небе пишет нам привет. Молодость, ты как времени замок,
И захочешь, не сломаешь, чтоб взглянуть еще разок. Молодость, ты как времени замок. И захочешь, не сломаешь, чтоб прожить еще разок. Молодость, ты как времени замок, и захочешь, не взломаешь, чтоб прожить еще разок. Молодость, ты в сердцах моих друзей. Молодость, ты в улыбках матерей. И как времени замок, и захочешь, не сломаешь, чтоб прожить еще разок. Молодость, ты как времени замок, и захочешь, не сломаешь, чтоб прожить еще разок. Эх, молодость. Вы знаете, не знаю, как у вас, друзья, у нас в Москве каждый день праздник. Вчера день без автомобиля, пробки были такие. Сегодня день равен ночи, то есть завтрашнего дня ночь станет длиннее, будет становиться. А дни короче, не знаю, любителей лета и какой-то, может быть, одиноких сердец это, может быть, и огорчает, а в принципе, по большому счету, всех остальных это должно быть радовать. Не правда ли, Гена? Да, да, конечно. Когда ночь-то длинная, а день короткий, как хорошо. Я вообще люблю ночь. Так вот, возвращаемся к тому, что я обещала перед этой песней. Это на творчестве каких прекрасных исполнителей, авторов, групп и т.д. и т.п. Да я все подряд слушал. Ну как это все подряд? Ну не может быть такого. Должны быть какие-то, вот, ну я не знаю. Не, когда в молодости, имеешь в виду, слушаешь, или сейчас? Ну ты же ребенок. Не знаю, я вырос вот на песнерах. Да, вот. Прекрасно. По те времена, да, Мотаван, Black Sabbath, Бонни Эм, да, ну, по те времена, Битлз что-то, Смоки, да, ну, это вот далеко-далеко туда, да. В последнее время я, конечно, вот, там, ну, Цой меня трогает, да, Антонов Юрий, да, считаю. Вот. Еще себе разбросится. В дедовский-то у вас. Бывали, да. Еще как бы так всех сразу не упомнишь, да. Мотаван, Антонов, Битлз. Все, я люблю все, что красиво. Вот я не фанат, допустим, там, ну, очень тяжелого рока, скажем, да. Угу. Но есть там все прекрасный рок-баллады там, в Металлике, да, почему не послушать, да. Если это красиво, в конце концов, да. Угу. Я могу клавесин слушать, орган, если действительно что-то хорошее. Да. Но всегда, когда? Но ведь когда-то было тебе 11 лет. 11 лет, я очень сильно любил, и сейчас ее пою. Моя мама такая синяя пластинка, мягкая, помнишь, по тем временам, да? Да. В 19 лет! Из кругозора, да, из это журнала такие. Это мне по тем временам был Валерий Бадзинский. Угу. Да, вот я очень сильно любил эти песни. А потом также вот там «Дождь и я», помнишь, Евгений да. Осень пел? Там «Дождь и я», вот такие вот добрые песни. Ну, Высоцкий Владимир Семенович, разумеется. Третьего дня да. Осень мне позвонил, в гости звал. Пьяный. И вообще, я его очень люблю. Такой классный парень. Ну, а выходной у парня. А у парня выходной. Здравствуйте. Алло. Алло, да, алло, да. Алло. Да, пожалуйста, погромче и побыстрее. Алло. Алло. Да, да, мы вас слушаем, вы в эфире, пожалуйста. Алло, добрый вечер вам. Угу. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, давайте поскорее, пожалуйста, будьте любезны. Алло. Все, до свидания. Смотрюсь в тебя, как в зеркало. Какая-то такая история. Ну, обидно, не дозвонился. А хотелось кому-то подражать, вот из всех перечисленных? Нет, вот сейчас. Зачем? Ну как?
А кому подражать? Ну, я не знаю, но всегда, ну, мы все проходим такой период, когда вот, я не знаю, в жизни, когда вот хочется на нет, кого-то я, быть похожим. Нет, там, скорее всего, не так отвечу. Я цветит. Не хотел никому подражать, допустим, да, но я все время представлял себя на сцене, да, то есть маленький, там, еще что-нибудь, там, расческа вместо микрофона, еще что-нибудь там. Ну, каким ты себя представлял? Ты себя представлял, там, Дитером Буллином? Вообще не понимаю, нет. Или там ты себя представлял, там, я не знаю, Высоцким? Нет, я сам представлял, знаешь, или выйти Цоем. На сцену и не забыть слова, вот о чем я думаю всегда, да. Ну, в принципе, потому что волнение какое-то присутствует. Но это да. Хороший стимул самому начать писать. Очень трудно забыть свое собственное. Все равно. Хотя всякое бывает. Нет, от волнения, вот в чем дело. Мы сейчас Лису, я говорю, Вить, там вот, какие слова у меня были? Ну, вот раз там повторили, да. Вроде и мои стихи, вроде, да, но все равно волнение оно есть, да, как перед боем, перед каким-то, да. Где я сейчас возьму гитару, подъезд, пойду на вечеринке, я ничего не забуду, да. Ты сказал, как перед боем. А ты был перед боем когда-нибудь? В смысле? Нет, Господь Бог миловал, да. Нет, наш корабль, он много чего бороздил по тем временам. Но корабль это, я считаю, не в окопе сидеть напротив да, друга, да. Корабль это корабль, боевая единица, 700 человек экипаж. И здесь как бы, ну, а не ты страшно. Сталкивался с морской болезнью? Что? С морской болезнью. Нет, я рыба по знаку, знаешь, зодиака, да, и поэтому вообще аппетит только развивается. Да ладно? Да, когда морская болезнь у всех, я пожрать хочу. То есть, когда всем плохо, гену на хавчик пробиваешь. Да. Вот, ну слушай, как... а я не знаю, на флоте, я знаю, это подводники, да, соленую воду пьют, вот морскую. Нет, вы тоже пили? Это крещение, да. Крещение, это, тоже берут пил? Берут плафончик, выкручивают. Да, да, там 800... тоже пил? Конечно, да, до половины допиваешь, то он и... Вырвало? Ну, харчи будешь метать, да. А пить будешь до тех пор, пока не выпьешь. Ну, раньше так было, 82-й год, весело было. Но это нормально, все это было как таким вот, ну, скажем так, весело, скажем, было, да, парень... Давай, надо, чего ты, моряк? А был какой-то экстрим? Все-таки Северное море, оно такое... Ну, очень... конечно, было много чего интересного. Чего? Об этом потом писали в газетах 90-е годы уже, когда там все взорвалось. А что было? Может, я не знала? Ну, зачем? Ну, сейчас. Ну, лодки там... всякие тонули, там, ракеты взорвались. Вот. Это все ты? Нет, это не я. Когда в 84-м году в Североморске взорвался склад боеприпасов, то здесь я в газете прочитал... Вот там я ел печенье да, и варенье! В 96-м году! Мальчиш плохиш! Да, да. Так что, ну, сами секретность везде такая была. Да. Где чё, а у нас концерт. Да, вот. Извините за такое, так сказать, давай, давай. Сбивает ветер листья с клёна, река немеет ото льда. Бывает так, не сыщешь слова, и ты уходишь навсегда. Несётся жизнь, меняя ритмы, сегодня здесь, а завтра там. И каждый день по краю бритвы идет любовь за нами по пятам. Давай, давай, начнем сначала. Дарить, шепча в ночи, давай, давай, залижем раны на теле нашей чужой любви, задернет шторы вечер темный, проглотит ночь. До утра и шепчет что-то голос добрый. Мы есть с тобой, пока любовь жива. Бегут года, седую вечность, где так же плачет снег весной. Верность
начала цветы дарить, шепча в ночи, давай, давай, залижем раны на теле нашей чужой любви. Удивительное рядом, нужно только научиться ждать. За окошком жизнь идет своим парадом, чему быть, того не миновать. Нам не надо слов и обещаний, все слова заведомо вода. Мое сердце зал для ожиданий, приезжай и размещайся навсегда. Давай, давай, начнем сначала. Цветы дари, шепча в ночи. Давай, давай, залижем раны на теле нашей чужой любви. Давай, давай. А что там в Дедовске? Стоит город. Нет, ну просто вообще, а что там? Город? 45 тысяч населения. Нет, ну я понятно. А это вот из серии, что вот я первый парень там на деревне. Да ну, нет, или, там таких парней, как я, здорово, нормально, есть. Но в таких обычно городках каждый вообще вот, поэтому там получаются в одном-двух, а всего их там три ресторана, да, на город. По субботам, воскресеньям, так сказать, кто круче. Вот это я была один раз, чуть-чуть проезжала. Ну, не Дедовск, другой город, неважно. Ну, вот тот же самый Рыбин, Долгопа все-таки, ну, да, покинул. Коля Расторгуев, там, Влад Карина покинул все-таки. Ну, ну, приходит какое-то время, и потом это как-то удобнее. Не, там, я люблю свой город. Не. А что там такого-то? Что там мой дом, там, я там нет, родился. Ну, а еще там что-то такое есть? Я просто не помню, это была там не 4 года. Там есть лаз. Нет, я рекламу не буду делать. А что? Нет, нет, ну, нет. Нет, нет, ну, я имею в виду, может быть, там какой-то храм нереальный стоит, или... Стадион у нас есть, бассейн у нас есть, вот. У нас лес рядом, москвичи, на велосипеде, когда Дедовск, собачки там есть гуляют. Стадион и бассейн, наконец-то мы сможем заняться спортом. А есть у вас какая-то там это, команда? У нас храм недавно построили, очень хороший, кстати. Нет, команда футбольная есть какая-то? Футбольная команда, да, наверное, есть. Дедовская? Как конечно, это? Есть. Как называется? Так и называется, детская футбольная команда. Я в футбол не играю, да, но ребят у нас спортсмены, кикбоксеры, боксеры, самбисты, вот. А вот в маленьких городках любят мускул накачать? Да, безумно. А библиотека у вас есть в городе? Есть, но она закрыта. Поэтому все ходят туда, вот куда, да-да-да. Здравствуйте. Как я люблю вот эти сигналы. Вот это вот абонент не отвечает время. Так, у нас действительно мало времени, еще хочется все успеть, поэтому зимний вечер, я сразу попрошу эту песню. Да, да, пожалуйста. Да? Сейчас. Спасибо. Ноты сейчас перевернем. Не выучил еще слова-то. Нет. Это... Точно сосед писал? Да, это не слова. Это стихи. Поехали. Этот вечер, зимний вечер, мороз рисует, но и пусть. А мы возьмем подольше свечи и разукрасим нашу грусть. Я принесу с собой гитару и новых песен целый воз. Давай мы чокнемся на пару,
и запоем, как паровоз. Ю-ю-ю, на этой станции сойду. Ю-ю-ю, тебя среди снегов ищу. Е-е-е, дрожит снежинка на руке. Е-е-е, она зовет меня к тебе. Танцуют свечи на стене, все ближе, ближе наши тени. Ты прижимаешься ко мне, присев с улыбкой на колени. Сказать все тайное желая, мы ищем нужные слова. Сами себя перебивая, нам шепчут губы, я люблю тебя. Ю-ю-ю, на этой станции сойду. Ю-ю-ю, тебя среди снегов ищу. Е-е-е, дрожит снежинка на руке. Е-е-е, она зовет меня. Кровь на коньяке, твои глаза меня ласкают. Я строю рифмы в голове и через сердце пропускаю. Мы оба знаем, все пройдет. Растают свечи поутряне, и только песня не умрет, что этой ночью мы писали. Ю-ю-ю, на этой станции сойду. Ю-ю-ю, тебя среди снегов ищу. Е-е-е, дрожит снежинка на руке. Е-е-е, она зовет меня к тебе. На этой станции сойду. Ю-ю-ю, тебя среди снегов ищу. Е-е-е, дрожит снежинка на руке. Е-е-е, она зовет меня к тебе. Группа «Рождество», гости мои сегодняшние, смотрела всю эту песню за стекло, и мои маргинальные подруги-дефис-коллеги, которые уж видали-видывали и все такое, ну, прям танцевали за пультом, не побоюсь этого слова. А это что значит? А это значит, что я тебе делаю, Гена, предложение. Группа «Рождество», у меня 4 января день рождения. Мне 50. Да ты что? Я ждала эту реакцию. Денег нету, кризис. Но... Просто зажжешь для нас, для девок. Не вопрос. У нас будет 2 бутылки шампанского и ваша группа. Все. А 3 мы с тобой привезем. Ну и прекрасно. Следующая песня. Кто здесь? Как в том анекдоте. Про цирк, помните? Thank you.
красный дом, пришел твой шторм, стороны качаясь. Полюби меня, как я тебя, когда возвращаюсь. Отведи глаза, старая коса, будет еще время мне сегодня полюбить, небо синее спросить за все наше племя. Кто здесь, кого не вижу? Кто здесь, кого я слышу? Кто здесь, что вечно ждет? Кто здесь со мной живет? Будет лето, жаль не это, где побережку? Я под лукой, но с подругой к лодочке иду. Жизнь дурдом, и все есть в нем, с этим не поспоришь. Где венец, а где конец, никого не спросишь. Кто здесь, кого не вижу? Кто здесь, кого я слышу? Кто здесь, что вечно ждет? Кто здесь? Выстрел холостой, разговор пустой, если нет ответа. Дерево цветет, где-то жизнь идет, у кого-то лето. Я в пути торчу, значит, я хочу с этим миром спорить. Я ее найду, гости приглашу, ту, что тихо спросит. Кто здесь, кого не вижу? Кто здесь, кого я слышу? Кто здесь, что вечно ждет? Кто здесь со мной живет? Кто здесь, кого не вижу? Кто здесь, кого я слышу? Кто здесь, что вечно ждет? Кто здесь со мной живет? Группа «Рождество». Сегодня мои гости Геннадий Зелезнев. Ген, да. Тебя в детстве звали, прозвище было «Крокодил» или «Селезень»? Или «Селезень»? «Гиндос». Как? «Гиндос паровоз». Песня «Карандыши». «Гиндос паровоз». Как же быть? Достать и не купить небо с облаками. Что мне делать, где добыть, чтобы любимой подарить мир, где нет печали, где не надо провожать, чтобы любовь доказывать, где не надо забывать, чтоб потом отказывать. Я возьму карандаши, грифельки точеные, нарисую ночь, где мы до утра влюбленные. Я в Малевиче квадрат, в небо расу делаю, нарисую звездопад и полосу.
полоску белую. Что же делать, как же быть, не продать и не купить море из желаний. Что мне делать, где добыть, чтоб любимой подарить мир ее мечтаний. Где не надо забывать, чтоб не извиняться, где не надо предавать, чтоб не расставаться. Я возьму карандаши, грифельки точеные, нарисую ночь, где мы до утра влюбленные. Я малевича квадрат в небо расту делаю, нарисую звездопад и полоску белую. Возьму карандаши, грифельки точеные, нарисую ночь, где мы до утра влюбленные. Я Малевича квадрат в небо разу делаю, нарисую звездопад и полоску белую. Легкий какой, хороший какой, двигается как прекрасно. Группа «Рождество». Сразу надо петь, потому что у меня есть очень важный вопрос, который я подготовила, но сейчас я его не задам, потому что в надежде на позитивный для меня ответ я хочу покинуть эту студию достойно через 15 минут. Поэтому сначала песня. Музыкальная все-таки должна программа закончиться, да? И потом у нас будет 3-2 слова. Но у меня будет вопрос. Я уже сказала, белая-белая, завершающая песня, но мы не прощаемся. Грустнеет небо, солнце село, а я уснуть все не могу. Гитару взял и как умею тебе одной в ночи пою, трепеща струны. Льются, дрожит звезда в ночном окне, как сильно сердце мое бьется, когда пою об одиночестве. По жизни видел дорог немало, но попадал всегда в капканы, пока тебя не повстречал. Белая, 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 скатерть лежит на столе. Белая, 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 стоит зима. Платье любовь чистого, 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 жить
начинаю вновь. Хочу тебе одной отдаться, луну свидетелей позвать. Хочу тебе без боя сдаться, стеснение с робостью предать. Забри меня свои объятия, весь мир собою заслони. Ты так слаба при расставании, но как сильна в своей любви. Белая, белая, белая скатерть лежит на столе. Белая, белая, белая стоит зима в январе. Белая, белая, белая носит платье любовь чистого, чистого, чистого. Жить начинаю вновь. Чистого жить начинаю вновь. Чистого, чистого, чистого жить начинаю вновь. Чистого, чистого, чистого жить начинаю. Группа «Рождество». Спасибо большое, Ген. Женат? Ну да, конечно. Прекрасно, прекрасно. Да. Больше не увидимся. Спасибо, спасибо вам. Удачи.